В эфире iNews, в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» готовит робота-космонавта. Видео с демонстрацией возможностей андроида на своей странице в Facebook опубликовал вице-премьер нашей страны Дмитрий Рогозин. Робот-ассистент получил имя Федор, и, судя по видео, он вполне способен составить конкуренцию андроиду «Атлас» от Boston Dynamics. В ролике можно увидеть, как Федор выполняет физические упражнения, грубо говоря, качается, сверлит отверстия перфоратором и даже самостоятельно водит УАЗик. Часть испытаний робот проходит с подключенным силовым кабелем, а кое-что выполняет в беспроводном режиме. Соответственно, можно заключить, что андроид имеет емкий аккумулятор. Также робот оснащен компьютерным зрением и способен самостоятельно решать поставленные оператором задачи. Но при необходимости Федор может стать и аватаром. В этом случае он сможет точно копировать действия того, кто им управляет на расстоянии нескольких тысяч километров с Земли. В техническом плане о российском роботе-космонавте больше ничего не известно. Предполагается, что летные испытания Федя начнет проходить в 2021. Следующий флагман Samsung, смартфон Galaxy S8, ждут глобальные аппаратные изменения. Информацию сообщает портал Ferro.ru со ссылкой на источники в Южной Корее. Так у смартфона может пропасть домашняя кнопка, а сканер отпечатков пальцев будет интегрирован в дисплей. Кроме того, экран в Galaxy S8 может занять всю поверхность передней панели, включая верхнюю и нижнюю кромки. Далее смартфон может стать первой моделью в серии с двойной камерой, хотя пока производитель еще не решил, какой именно из вариантов реализации использовать. Презентация Galaxy S8 может состояться раньше ожидаемого, чтобы помочь Samsung отправиться от катастрофы с запуском взрывоопасного Galaxy Note 7. Дебют ожидается в первом квартале 2017-го. Инсайдерская информация появилась и относительно китайской Xiaomi. На просторах местного аналога Twitter, это социальная сеть Weibo, появились шпионские фото неанонсированного смартфона компании. Неизвестная модель получила матовый корпус, вероятнее всего это металл. На торцах можно заметить черные стеклянные вставки под антенны. По дизайну сильно напоминает старичков iPhone 5 и 5s. Спереди видим стекло, закругленное по краям. Опять же, в моду такое решение ввела Apple со своими iPhone 6 и 6 Plus. Пользователи соцсетей предположили, что вся эта солянка является новым флагманом Xiaomi Mi 6. Устройство на фото близко по размерам к нынешнему Mi 5, да и кнопка «Домой» имеет такую же форму. О характеристиках устройства пока ничего не известно. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.